Всем привет! Каждый день гуляем здесь возле Хатоба в парке Шевченко и не обращал внимания на поздравления. Вот эти парни, не тяните. Вот. С Новым уроком, Торжеством Христовым. Володимир Скоро Богач. Депутат Харьковской областной рады. Скоро Богач. Если уже депутат, то, наверное, пора фамилию менять на Володимир Богач, а не Скоро Богач. Честно, не знаю, кто это, но очень забавная, крутая фамилия. Скоро Богач. Депутат. Ну, а у нас продолжаются прогулки по отдельности. Лекси отдельно, майки, роки отдельно. Пошли, парни. Оп, все, у нас тут ситуевина. И выгули лошадок, пони. Блин, такая холодрыга, здесь ни одного человека нет. Для кого, кто будет кататься, непонятная движуха. Но вон идут трудяги зарабатывать по парку. Пони в шапочке, какую-то непонятной формы штуку на лоб прицепили, типа единорог. Креатив. Вот глупый, наверное, вопрос. Ну как, листики все опали, а вот ягодки остаются. Ягодки на кустах остаются. Что за интересное движение? Или это волчьи ягоды для волков, чтоб кушали зимой, питались? Да? Травоядные. Опа, вперед. Пошли, вперед. А еще у нас по всему парку поставили вот такие штуки, откуда пить воду. Ну, пить, стирать, купаться, я не знаю для чего. И краники везде повыкручивали. Поставили на недельку, было с краниками, даже водичку собаки хлебали. И через недельку везде по парку их повыкручивали. Просто пусть столбики стоят, как достопримечательность, видите ли. Весь город, всю Сумскую, весь центр поукрашали разными щелкунчиками, статуэточками. Все очень красиво светится вечером. Сейчас посмотрите. Такие веселечки. Все с такой голубенькой подсветкой по вечерам. Оно просто нереально на самом деле. Вот прям очень красиво облагородили. Днем оно так не передаст. И вдоль всей дороги стоят такие красненькие щелкунчики. Кто меня запутал? Так, сейчас посмотрим с другой стороны. Та-дам! Все, показал, можем бежать дальше. Познавательная мысль. Вот, сейчас покажу. Дерево 1775 года. Если оно 1775 года, значит, оно помнит ту энергию, то время, когда оно выросло. Это же молодые годы этого дерева. Я так понимаю, возле него можно перемещаться во времени. Ведь оно помнит, оно видело, как здесь все вокруг. Оно может визуализировать, воссоздать те годы, а? Как думаете? В другой локации тоже дерево 1775 года. Походу нас разводят. Как они это определяют, непонятно. По срубу все дела. И вон тоже вижу дерево, тоже 1775-го, вон, огромнейшее. Кажется, кто-то не заморачивался с годами. Такие нехилые конфеточки замутили. Не боись, пошли. Тут у нас тоже сторожевые красивые башни, с которыми все фоткаются. Вон, а. Давай, молодец. Зайка уже и не глядя на своих дядю и папашку. Нельзя! Мышка зашла назад. Молодец. Нельзя. Нет. Молодец, это другая команда. Ты умничка, конечно же. Можно. Уже не глядя на Рокки и Майка, выполняет все команды, уже не повторяет, а осознанно прям умничка. Охотница, как же она любит голубей, а нет, это капец какой-то. Пошли. Выскочила на волю.
теперь уже с Лекси встретили. Вы видели, кто был первый перед пони? Напишите в комментариях, как называется это животное. Лекси, или ты угадаешь? Так, обходи, мышка, обойди. Обойди дерево. Обойди. Покажи, как ты уже умеешь команду. Обойди. Обойди. Лекси, обойди. Ай, ты вредина. Молодец, молодец. Пошли, пошли. Вот Лекси, конечно, прям максимально по-детски радуется снегу, всему, вот всему, встречам, всему. Вот прям такая игруля, такая жизнерадостная. А только завтыкала сама в себе сразу. Лекси, давай бегать. Где? Где снежок? Где снежок? Надо бегать, прыгать. Счастье вокруг, счастье, счастье в попе, счастье в попе. Погнала, погнала. Сразу хвостик попка ходуном. Ай, пошла, ай, пошла. Какой ты памятник, интересно, нашла, посмотрите. Вот такой вот интересный, поломанный, это так задумано изначально. Памятник Кобзариф. Пошли, что ты там копаешь? Кобзариф копаешь? Тут никого нет, это просто памятник. Пошли, пошли, мышка. Готово? В другую сторону, вперед, 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 вперед. Пошла, пошла, пошла. Непонятно, непонятно тебе, тебе непонятно, что происходит. Вперед, побежала, побежала, побежала. Что это ты поймала? Тебе не кажется, что ты не по размеру себе камушки находишь? Мадам, хорошо, что пока еще запросы на не бриллианты, а то ишь. Лекси! Лекси, что за реакция? Мадам. Так, ну раз не обращает внимания, скроемся за горизонт, посмотрим, будет догонять. Ага. Догоняем, да? Но не с пустыми руками. Что это ты себе такое вкусное нашла? Много для счастья не надо, да? Сейчас мы доберемся, доберемся. Вон, слышно, как она грызет прям. СМР можно снимать со звуком, да? Еще и придерживает лапой, чтоб удобнее. Ам, ам, ам. Давай вместе, давай. Ам, ам. Смотрите, не огрызается, думает, любовью задавит. Задавит любовью. Гашу отдам, отдам вкусняшку. Нет. Давай делись, делись. Так, на, лови, 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 пошла. Где, где, ищи, ищи. Это уже новая вкусняшка, новая. Свеженькая что-то. Кто тут замедленные съемки? Вах, вах, да, да. Это не снег с балкона или с окна, это свежий, дикий снежок, дикий снежок. Давай, и опять запускаем, как жабку по волнам, как жабку по волнам. Тю! Все, ты не поняла, куда она улетела? Вон она, снизу. Лекси, снизу. Давай, доставай, доставай. Ах, какой там. Уже все, все. Там птички цверенькают, надо охотиться.